должно прослушиваться. Мелодия хорошо, да, есть смешно. А вот эти вот галочки, они что означают? Ладно, нет, просто чтобы они не фокусировочные были, не в целом, в своем случае. Когда появляется верхний голос, хочется нижний прибрать, чтобы, знаешь, более матово звучали. Одно дело, все, у тебя там с пальцами хорошо все делают, одно дело... больше волнами. Где ты больше всего выкладываешь, и так все примерно в одном ключе. Ну, вот здесь мы можем. Смотри, кульминация, она вряд ли она будет такой большой, это же не симфония, чтобы там страница кульминации была. Скорее, это будет какие-то несколько тактов. Скорее всего, что фортиссимо сюда пришли, очень советую тебе не выпячивать эту ногу. Как бы из нее, ты даже можешь начать чуть тише, прям меццо-пиано. Будет вот все равно, наверное, фоне фортиссимо. Опять же, там больше хочется разнообразить. Прям не бойся, что такое. Не бойся, не бойся где-то пиано прям играть. Меццо-пиано. Вот здесь пиано. Звучит примерно так же, а как будто разные динамические, да, эти. Ну вот я очень советую определиться с кульминацией, либо здесь, либо вот этот какой-то момент кульминационный. Все, тихо. И реприза. Какая-то другая. В ней уже нету такого драматизма. Угу. Откуда ты хочешь подойти? Я, ну, хочу вот это смену частей. Я просто не представляю.
сюда оно пришло, не надо сюда приходить, в эти места. Левую руку потише. Не надо сюда сваливаться. Thank you.
клавиатурам. И слышишь, да, ты их немножечко отставляешь, как будто... Как бы так ты чуть на них зависаешь. Это для чуть-чуть. Да, сейчас ровнее, видишь? Вот ты поняла, то есть, ну, я там, про ноты, про технику ничего не говорю, все есть, все отлично. Уже хочется это разноображивать. То есть, вот именно, вот, вот прям старайся, то есть, когда будешь заниматься, там все это понятно, попробуй вот не поднимать руку. Вот. Репетировать, конечно, надо, там набивать вот эту. Там всякие, там, вот так прям цепляться, так. А потом. Мягко и максимально, мягко, тихо, максимально вот ровно, чтобы тебе было удобно. Попробуй сейчас так сыграть. Нет, еще, еще, вот прям. Еще тише. Так, дальше. Ну и вот там куда-нибудь уже там. Вот это вот пиано. Падение.
хочется музыки тоже сам. И вот тут что пальцы. Да, правильно. Гибкости нет. Это ничего, это не приговор. Все, у меня гибкости. Уходи отсюда. Нет, это просто. Константин, скажу, давай я скажу, ты огромный молодец, у тебя бегают пальцы, ты все выучила. Я огромный молодец, надо заниматься. Ну, вот так вот. Вопрос, зачем? Все равно. Ну, всем надо заниматься, но если это нравится. Если это нравится, тогда да, надо заниматься. Если не нравится, то надо найти что-то свое, другое. Я считаю, что бесполезно мучить детей, людей и всех прочих. Другой момент, что вот такие вещи, они тебе самой позволяют раскрасить как-то это произведение. И понимать, что да оно классное. Не потому, что меня там заставляют, или потому, что мне играют на чем-то концерте через 3 недели. А потому что оно правда интересно. После него ты можешь взять что-то другое, как уже там, не знаю, того же, ну вот у Лядова есть там чудесные фортепианные произведения, там, мазурки Шопена, какие-нибудь там прелюдии. Шопен я вообще очень люблю. Там иногда играть нечего. Это настолько должно быть разнообразно, вкусно. Но этот вкус надо чувствовать, его тебе не всегда расскажет педагог. Ты вот здесь сделай так, а тут вот так вот, не знаю, вздохни, а тут там возьми левую педаль. Зачастую ты сама должна. Интересно, что ты сама чувствуешь. Вот эта плавность, гибкость, она обогатит твой фортепианный арсенал штрихов. Я добила ребенка, а все. Печаль полный. Thank you.
синегривая, хочется опять же разнообразия. Немножко уступи место, чтобы было мелодии, где появиться, да, показала себя, пум, и немножко в сторонку. И она вышла, там да там да да да. А в серединке, когда у тебя колокольчики, пам та да 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 там да, уши в мелодии. И то есть то же самое, да, когда мелодия, ушки там. Там у тебя просто особо не промахнешься, ну не знаю. Чтобы поддерживать мелодию, чтобы не было такого, что я вот сам сижу там, что-то как барабанщик, да, а мелодия отдельно. Ансамбль — это всегда слышать друг за другом, играть друг за другом, то все это понимают. И хочется большего разнообразия. Там, опять же, с педагогом, там, по нотам пройдите, посмотрите, где пиано, где форте. Хотите точнее. Еще какой-нибудь точнее. Чуть-чуть? А. Точнее. Да. Чуть-чуть не надо сдвинуть. Может, по идее, конечно, пишем.